Всем привет! Здравствуйте! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Анастасия, а это моя мама. Татьяна Михайловна. Моя мама прочитает сегодня для вас рассказ. Какой рассказ? Я прочитаю рассказ Михаила Зощенко «У бабушки». Мы в гостях у бабушки. Сидим за столом. Подают обед. Наша бабушка сидит рядом с дедушкой. Дедушка толстый, грузный, он похож на льва. А бабушка похожа на львицу. Лев и львица сидят за столом. Я, не отрываясь, смотрю на бабушку. Это мамина мама. У нее седые волосы и темное, удивительно красивое лицо. Мама сказала, что в молодости она была необыкновенная красавица. Приносят миску с супом. Это неинтересно, это я вряд ли буду кушать. Но вот приносят пирожки. Это еще ничего, сам дедушка разливает суп. Подавая свою тарелку, я говорю дедушке: «Мне только одну капельку». Дедушка держит разливательную ложку над моей тарелкой. Одну каплю супа он капает в мою тарелку. Я смущенно смотрю на эту каплю. Все смеются. Дедушка говорит: «Он сам попросил одну каплю. Вот я и выполнил его просьбу». Я не хотел супа. Но почему-то мне обидно, я почти плачу. Бабушка говорит: «Дедушка пошутил, дай твою тарелку, я налью». Я не даю свою тарелку и не дотрагиваюсь до пирожков. Дедушка говорит моей маме: «Это плохой ребенок, он не понимает шуток». Мама говорит мне: «Ну, улыбнись же дедушке, ответь ему что-нибудь». Я сердито смотрю на дедушку и тихо говорю ему: «Я больше к вам никогда не приду».